связи Амка Баски и Синемы. Продолжим с вами проходить Виктория 2 за Краков. Это 21-я часть 7-й партии. Ну и сегодня мы с вами повоюем с Россией, я так полагаю. Увеличим границы Печи Располитой. Называем ее так. Не, ну а что, прикольно так звучит. Ну, кстати, заманчиво, но я боюсь, что у них получится. Да хватит валить туда, дебилы. Так, война с Россией и война за что? Правильно, за Москву. Ну, поляки же должны взять Москву. В данной партии. Так, 10.35. Угу. Давайте ждать. Войска я перекидывал, ну, типа того. Угу. Отдадут они его очень быстро. И все. Ну, Россия очень сильно ослабнет от этого. Вот с СГС как драться, я вообще без понятия. Он какой-то упор. Ты, как может быть у страны с населением 10,5 почти миллиона, а вторая в мире армия? Учитывая, что флота особо нет. Мне это правда смущает. 4% солдат. Вот столица у них солдат. А у нас в Кракове 20 почти даже и нет. Но все равно это тупо. Это очень-очень тупо. Ну, Пруссия, милитаризированная страна, бла-бла-бла, ну в игре. Это много объясняет. Турки. Чего вы стали сильными? Вы просрались? Гуанси просрали. Придурки. Зачем я с вами союз? Ну, для галочки можно. Да, Фарерские острова — это наша территория. Печи Располитой. Россия. Руси. Зачем? Хватит. Что вы делаете, Азаза? Прекратите. Ну, они хотят, наверное, что-то нам доказать, но это не точно. Да, есть некоторые доли вероятности. Турки? А, ну, типа, наша сфера. Ну, да. Тогда да. Давно конституцию внедрили? Ну блин, что-то какие-то слабые. Опа, серьезно? Ну ладно, развлекайтесь. Так. Она будет очень простой. Опять босница? Нет, коммунист. У нас тут много войск стоит. Я знаю. С османами надо что-то делать. Может, подраться с ними. Освободить их. Ну, можно. Никто до сих пор не забрал сферу, не построил канал панамский. Весело. Опять? Я же заключал с тобой союз. Они еще расторгли его. А, ну тогда вылетел, возможно. Ну да, может быть. Трансваль. 100% буры, серьезно? Я смотрю, буры тут заселили все. Ну, буров там очень мало просто. Второй трек. Ну да. Весело. Армия-то сильная. На толку. Ну, потихоньку толк собираем. Столько регионов, только посчитай, сколько здесь регионов. Здесь дохренища регионов. Руси. Сейчас еще парочку подъедет. Ну, регион один. А вот насчет Османа, я не знаю. Стоит его выкидывать или не стоит. Конечно, хотелось бы, чтобы это было через восстание. Это самый идеальный вариант. Ну, то есть у него какое-то восстание, с которым он не может справиться, и он труп. Партия Свобода. Да какого? А, 103-й, скоро. Все-таки я думаю наехать на СГС. Дальше надо его жрать, давить.
Немцы должны заплатить за все. За то, что страдали поляки. Угу. Ну, а с грамотностью уже 52%. На самом деле, цифра довольно неплохая. Довольно приятная, я бы даже сказал. Так, новая армия. Кювик. Угу. Вот это хренище. А толку мало. А толку мало. Так, военный контроль. Пожалуй. Будем контролировать. Самое прикольное, что у нас тут все железными дорогами застроено, но русских тут железных дорог почти и нет. Серьезно, мы граничим с Москвой? Ну, Бородино же. Ну да, что-то я как-то об этом... Ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Ну, ведь событий последних лучше даже сюда войска подкинуть. Она будет, наверное, очень быстрой. И очень победоносной. За Краков взять Москву. А чем это лукит? Курва пердола. Еще по Берлину, но Берлин его не возьмешь, потому что он не столица. Москва же не столица России. Санкт-Петербург столица. Нифига себе, даже тут армия. Кто бы мог подумать. Даже тут. Тут есть про... О, идеально. Даже тут есть сильная армия. Тут даже поляки есть. Прикольно. Кто бы мог подумать. Действительно. Ай-яй-яй, у нас железные дороги общие. Почему люди не переделываются? 71%. Ну, тут поляков 7,2%. И нигер 63. А мы можем так сделать. Можем. Так, 15 дней. Голландцы что-то в колониализм захотели. Не то чтобы я их осуждаю. Просто забавный факт. Руси. До какого август? Июнь, июль, август. Все понятно. Ждем. Так, Москва. 16 очков. Фиги. Осману себя призову, чтобы он пострадал. Так, ну и вперед из песней. А, ну ладно. Тогда так. Ну, допустим, так, и так. Может, османусы это ослабит, кстати. Есть вероятность. Угу. Бицы. Хлебцы. Нет, Колумбия, за тебя жопу рвать не буду. Блин, они за нас пойдут. Но все равно нет. Че, эти войска у нас тут прохлаждаются. Вы же сможете. Наверное, нет. Ну сейчас тут возьмут. А, он уже сам свалил. Угу. Шеф, Пскове. Весело. Что по счету? 3%. А печать у кого? Россия. Это хорошо. Я видел там Кабаски и сказал, что это хорошо. Угу. Так, Тамбов. Август. Да. УСГ я буду брать Саксонию, конечно же. Ну ладно вам. Сейчас опять ухудшится.
Не успеем, не успеем. Да и по хрену, там армии не было. Происходит. Ну, Новгород ниже не надо брать. Кстати, если потом это, потом это будет более-менее эстетично. Ну да. Не хотите капнуть? Это суицид? Походу. Так, французиков бить. Колумбия. О, серьезно? А, лучше только. Да еще то. Китай, ты тупая дура, если думаешь, что ты заключаешь со мной союз, втянешь меня в войну. Не, ну союз для галочки. Я могу, конечно, подписать, но воевать я за тебя не буду. Или он настолько тупой? Походу. Он идиот, он идиот. Придурок. He's a jerk. Мы типа победили. 20% уже усталость. Весело, весело. Кстати, у нас же тут еще есть армия. Французы лохи. Да нищие. Мир предлагаем. Ну, сейчас французов отпинаем. Все, 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 подписываем. Население Москвы было 16 миллионов 10 тысяч, теперь... Ну да, даже так красиво выглядит, довольно эпично такое большое образование тут. Тут бы еще продавить, но тут нельзя. Ну, столица. А теперь он точно не перенесет столицу от Седа. А теперь ваше население 14 миллионов 440, 420 тысяч. Довольно весело. О. Весело, весело. Сейчас войска сразу поставим. Границу. Этой войны не избежать. Сейчас, uno momento. Это опять будет война на задрачивание. Мне надо как следует подготовиться. Так, мы получили с вами Москву. Население 1 590 000. Один из самых богатых регионов населения в стране. Уже поляки тут есть. Нормально. Следующая провинция. Тула, 260 тысяч 80 зерно. Рязань, 514 тысяч 910 дерево. Москва, 306 560 дерева, Владимир, 257 390 дерева и Иваново, 255 570 дерева. Какой-то деревянный регион. Ну, кстати, если вот эту блябу потом забрать, может быть, это даже будет эстетично смотреться. Ну, тогда вот это все напрашивается, но это нельзя зажать. В общем, надо все жрать.
До Урала, короче, надо дойти тупо. Все забрать. Перси все-таки смогла это сделать. Ага. Два процента. Шесть? Че ли у нас люди настолько бедно живется? Бомжи. Так, а теперь готовимся к войне с СГС-ком. И будем брать Саксонию. Но по идее он должен слабеть, а мы должны сильнеть. По идее. На практике же все совершенно не так. Ну, поляки расселяются тут. Угу. Литовцы расселяются. В Беларуси. Ну, тут поляки победили, тут победили. А больше нигде не победили. Угу. Ну да, ладно. А вы рвали с нами? А коли это вам еще нужно меня? Я могу вас захватить тупо. Кстати, по-моему, мы можем пройтись по вам. Ну, по-моему, оно отсюда заходит или отсюда. В любом случае, у нас с турками все замечательно, а значит, они проход дадут. Не то, чтобы эти земли шибко нужны, но почему бы нет. Греция еще на горе, как это мило. На славу. Ну, почему бы нет? Неплохо так поляки зашли. Среди 47 миллионов 340 тысяч русских тут 10,2%. Украинцев 10,7. Ну, все украинские земли. А поляков 12,1. Это самая большая группа у нас в стране. Есть еще литовцы, которых был последний раз, когда я смотрел, 1%. А сейчас их уже даже не показывают. Слишком мало. Но они есть, по крайней мере. Католиков много. Левославных. Ай, стоп. Тут будет кто-то заходить? Не должен. Не сгнела. Она и так очень редко выпадает. Пшен, пшерла. Как обидно. Россия что-то среднее между Баварией и чем там, я не заметил. Нидерландами. Ну, нормально так. Попинали. Я вас распараллеливал. Я их распараллеливал. Радом. Радом. Только попробовать на этот раз раскрыть. Это еще не все. А, ну эта ж война будет очень серьезная, ибо противник очень жесткий, поэтому я больше войск соберу туда. Ну, я планирую это сделать следующим образом. Опинать у них Саксонию. И все. Ну, в этой войне. С Австрией, кстати, там, по-моему, должны стичь будет уже. Скоро. Ну, вот как раз после этой войны на Австрию пойдем. У Австрии, как я говорил, заберем для эстетизма Словению. Ну и панславизм же, все такое. Ну, опять же, эстетизм некоторый. Может, это забрать. Земли так себе. Ладно, все успеем забрать. Стоит на счет переживать. Просто мы уже настолько сильно, наши противники настолько слабые, что мы уже можем по эстетизму забирать. Нам как бы земли уже сильные. Мало чего будет. Будет барон. Ф-ф-ф.
74, да вы издеваетесь. О, почти. Давайте, не станет цивилизованным регионом. Нобелевская премия по физике, да? Поляки. Великие физики. Гевквегве. Ну, это древний диалект польско-литовского языка. С России даже монголы порвали. Ну, французы это навечно, я думаю. Сейчас еще французы их засверят, я орну. Я вообще удивляюсь, как они с такой армией живы. Ну давайте переведем этот регион. Нет что. Угу. Ну, да ладно. По медицине и физиологии еще. Топ. Рязань. Протекция. И сейчас нас раскрывают, я прав. Куфра. Ну, ждем. Ну, блин, ну чуть-чуть осталось. Ну, давай, ты сможешь. You can do it, you can take. Реакция. Ну, 1% уже, ну, блин. Да вы шутите. Да ладно вам. Да, мы можем перевести нечто. Три жду, ура, нет жду. Угу. Все, вот эта вот территория, полноценная территория поляков. Мы это сделали. Так, следующая жертва у нас кто будет? Лучше брать, где больше населения. В процентном соотношении. Тунис. Плохая идея. Неужели так поляков мало? Кавказ? А, ну да. Ну давайте Кению переведем. 3,7%. Ну да. Из Нежда. Угу. Цивилизация побеждает. Угу. Бедуины ассимилироваться тут не будут. Тем не менее, это полноценный регион. Цивилизация. Если мы выделим их, то они будут цивилизованными. Но это не точно. Потому что еще и эти земли. Ну, столица-то там, так что, ну да, возможно. Пипец, столько войск. Сейчас будет атака. Нормально. Нормально, нормально. Спасибо, если хорошо пожелали. Если, если. Польская НСГНЛ. Лампа Камижиевы. А что сделать наш противник против такой армии? Мне просто интересно физически. Поплачется. Тут только поплакаться можно, реально. А, стоп, вы.
Ну, здесь будете. Это вся его армия. Союз с ВБ. Да насрать мне на ВБ. Османус, ну развалитесь. О, ёп. Да не развалятся они уже. Они перебороли это. Но там была точка бифуркации, они могли развалиться. Точка бифуркации — это понятие синергетики, описывающее нестабильное состояние системы, при котором она может начать развиваться несколькими путями. Вообще, это некая вторая отсылка к квантовой механике, я бы сказал бы. Потому что множество историй в КХД, квантовой хронодинамике. Так, ладно, у нас сейчас не лекция по физике. Где я могу прочитать? Угу. Так, армия, организация. 53%. Поляки вечные консерваторы. У нас хоть раз были не консерваторы? По-моему, у нас было на короткий промежуток времени либералы. Были. Но это не точно. Пацифизм. А шовинисты у вас? А, ну фашистов еще нет просто. Фашистов еще нет. Сам прикольно, что они не блокируются, то есть или-или. Так быстро? Серьезно, так быстро? Не, ну я не против. 604-й. А что так... Подождите, а какое число? А, ну короче, до конца месяца ждем, войну развязываем. Так. ВБ, конечно, будет рвать жопу. Я надеюсь, что мы их сейчас количеством закидаем, но по качеству тоже не будем уступать. Все-таки давай на тех это мы подтянули. Саксония. Сколько? 44? Да вы... Османуса я призову. Ну давайте, отожжем. Это Саксон хитить вашу будет. Саксония большая. Саксония пипец, какая большая. Вроде все контролем. Марш на Берлин. Ишкен айн Берлин. Подвинем войска. Прям как в хуйке. А, нет, все правильно. В общем, весело. Да, оборжаться можно. А, у нас еще флот есть. Ну, я, конечно же, засейвлюсь. А то вдруг сейчас нас австрияки раскроют. Будет так обидно. Но если мы Саксонию заберем, мы его очень сильно унизим, по идее ослабим. Я надеюсь. Помощь. Кстати, чего мы так стоим? Штетин в помощь. Вроде везде справляемся. Опа, вот это агрессия. То акт агрессии. Это непростительно. Это акт аутизма с его стороны. А блин, а он же... Нет, совпадение. А, мы сейчас опять дрочиться будем. Кстати, это же... Ура, у нас дрочка, у нас неделя дрочки. Как я обожаю этот день недели. Это день недели, когда мы записываем прохождение в войне с СГС. И он сейчас будет нас задрачивать до смерти. Тупыми битвами, где он будет побеждать. Вот о чем мы подумали. Мелкий или не очень извращенца. Так, ладно. Стоп, стоп, стоп. Ну хоть где-то можете побеждать. Он тупо зергится. Ну да. Успеть. Карачи, да. Карачи с карачами. Мы там проиграли, да? Нет, он наступил.
Мы их спасли. Ваша жопка спасена. Это огромный праздник. Так, вас ни в коем случае не... Нет, все правильно. Не уводить. Ну, немножко поддержим вас. Косово. Косово за Сербия. Ну, типа того. И сейчас Албания выделяется. Но было прозрачно. Эту скотину очень сложно ремонтировать. Всем насрать. Очень жаль. Вы даже 2000 армию размотать не можете. 26,3! Кашляли место в груди. Нет, я... Ну, это просто возбуждает. Это очень сильно возбуждает. Это такой бред. То есть, мы кидаем в него трупами, он говорит, я победил. Нажимаешь, а там хрен нарисован. Я не понимаю логики. Испокон веков всегда было так, что у кого больше мяса, тот и побеждает. У нас больше мяса. Это что, после вот этого мы проигрывать начали? Или это уже после того? Ага, ну да. Не, все нормально вроде бы, да? Не уверен. А, это мы только начали. Предлагаю аккуратно это делать, последовательно сделать это так. Responsible, ответственно. Сейчас у нас опять задрачивать будет, но это нормально. Это норма. Вот, весело. Колониальная держава. А папа не колониал. Промка по-прежнему 4 очка. Тючем не сдавился, это какого хрена? Это легитимно? Я не верю, что это легитимно. Да пожалуйста, не приветствую. 6. Нет, я приветствую это, мы не будем сопротивляться. Это будет неконституционно, если мы противиться будем этому. Мы будем просто ждать. О, да, блокада. Да, мы по блокадам. Ёп! Я отступайте. Они нас немножко покусали. Фессалия. Да всем профессали на фессалию. А у нас что-то много слишком. Дали фессалию. Обратно что ли? Ну ладно. Сейчас османы опять войну кинут. Ну, русские коммунисты синхронизировались с краковскими. Весело-весело. Ну, наверное. Вас я убирать не буду, пусть счет капает. Нельзя их убирать, нельзя. Они даже не пытаются сделать вид, что они воюют. Вот совсем не пытаются. Даже не пытаются сделать вид, что пытаются. Австрия, спасибо, я люблю тебя. Выходи за меня. Я знал, что мне не надо было ввязываться в эту войну, но... Ну блин, ну почему, когда мы были маленькими и слабыми, мы его пинали гораздо проще, чем когда мы сильные, а он слабый. А он тогда был сильным, я хочу заметить. Кстати, что-то здесь не сходится. Что-то подрубают. Тут можно уже распараллелить, я думаю, на свой страх и риск. Конечно, на свой страх и риск. А Сербию вы сдали. А, ну ладно. Ниху! Нет, ну это здорово. Привет, Сербия! Давно не виделись. Мы все сверим, что ли?
тебя новая прическа. Ну, кстати, это и увидела там Кабацкий и сказал, что это хорошо. Ибо мы тут еще можем погудеть на Болганах. Почему так неплохо? А где столица у вас будет находиться? Сараево. Ну, ладно. И сколько у вас населения, кстати? Почти лям. Ну, неплохо. Османус унизили. Столицу не хочешь перенести? А ты воюешь, кстати? Почему ты не воюешь? Ах, ну да, у него перемирие с Великобританией. Такая отмазка, типа. Ну, знаете, я воюю со стороной, которая тут не при делах. Которую мы даже не воюем. Ну да, пипец. Ладно, мы должны это пережить ради величия чешской нации. За поляку, блин. Ну, за польскую нацию, какая разница. Ну ладно, ладно, я сдам. Нет, не сдам. Ладно, ждем тут, потому что раньше победим. Как же меня бесит это все. Ты их закидываешь трупами. Они думают, что ты им мстишь. Да по-нормальному. Сейчас они проиграют. Да ладно. Серьезно? Вы хоть где-то можете выигрывать? И выиграть нормально, а не на 0-3 очка. Это ж тупо. Это же тупо. Это пипец как тупо. Только 2%! Только 2%! Это мне так нравится. А чё вы? А, вы распараллелись типа. Ну распараллелись типа. Это очень интересно. Да, война будет зубодрочительной. Да, но зато мы очень жирный регион получим. О, привет, суицидник. Мясо все решит. Ну, у вас можно тоже спараллелить, что тут более жирное. 248. Угу. Ну, идите его берите. Ну, они что-то знали, у них инсайд был. А, что-то тут много. Идите, ну, помогите. 10,8? Покажите мне эту письку. Тухель, где это? А, где это? А, вот здесь. А, мы забыли армию отправить. Ну да, да, тогда это по-честному. Почему мы должны закидывать трупами ради 0,1, 0,2, 0,3 очков? Там 30, а он нас штрафит на 10-20 очков. Мы его на 0,1, 0,3 с потерями дикими. Он нас на 10-20. Мне это так нравится, я так счастлив. Я так рад, мне есть ты. Тупая логика игры. А, кстати, а чё я их дисферю? Это же французы. Французов нечего бояться. Вообще-то есть смысл. А, ну... Ладно, ладно, пусть работают. Тут мы еще не наехали на них. А, это не там было. Это вот был... Да, 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 да. Просто ждем. Мы ждем перемен. Ну хоть раз можете делать вид, что вы люди. Почему я играю за животных? Я просто скажу его просто... Блин, нахрен. Я просто скажу, что Саксония это Германия. И все. И они будут довольны. И я буду доволен. И все будут довольны. Никому Саксония не нужна. Никто не хочет умирать. Пурку и фору Саксония. Зачем умирать за Саксонию? Зачем умирать за Данцик? Зачем умирать за Саксонию? Дегенераты несчастные. Подонки вонючие. Мрази смердящие. Скоты. Бесячие. Они специально это делают, да? Ну, с вероятностью в 10% могу сказать, что да. Предлагаю только ждать. Мы ждем перемен. Та-та-та-ра-ран. И рано или поздно мы их поимеем. Та-та-та-ра-ра-ран. Да это фигня, у нас нет флота.
А, там, наверное, где-то что-то. Блять, я вас забыл вы... Ой-ой-ой. Ну, я нажал кнопку, ответственность как бы снял, так что... Ёпушки-воробушки. Вперед на смерть. Еще армия есть. Идем на смерть, если успеете. Я правда не хочу воевать уже. Но это тупая война, мы ничего не имеем с нее. Потому что он читер. И сабейтер. И аимщик. И спиннер у него подрублен. 500 урод. Таких уродов ненавижу. А все потому что. Сербия прям какая-то Югославия. Типа того. Можем сажать Сербию и выделить Югославию, да? Ну, не совсем. Ну, в принципе, мысль верная. О, суицидники. Привет, хрустики. Ну, сейчас. Сейчас он нам даст опять 0.3-0.2 очка. И потери дикие. Никогда не понял, как это работает. Да ладно, серьезно. Серьезно, не верил. Дальше уходить. Мы еще и проигрываем. Мне нравится эта логика. Я просто ее... Чуваки, там не напрягайтесь слишком сильно. Еще победите. Но это правда бред. Каждый, кто... Окей. Ну, хоть где-то можете ему дать просраться так жестко? По харду. В попку. Дать ему. Нет? Почему вы только себе даете? Ну, это ж поляки. Ну, это аргумент. У меня не меня бесит. Просто сдохните, скоты, сдохните. Ну как? Вы сейчас опять просрете, да? Да. Это ж поляки. Нечего их бояться. Австрия. Я просто закончу сейчас просто эту партию и все. Я не буду просто ее продолжать. Потому что они идут все как говноеды. И это аргумент. Почему они могут просто начать побеждать? Ну и хотя бы сделать вид, что они сделают вид, что они делают вид, что они делают вид, что они не делают вид, что делают вид. Уроды. А, ну конечно. Я реально, последнее предупреждение. Если сейчас увижу какую-то хрень, я просто признаю Саксонию немецкой. Никогда с Германией воевать не буду. Потому что она того не стоит. Это ненормальная страна. Это правда ненормально. От слова совсем. Иди сюда, попробуй. Рискни здоровье, давай. Ноль один, ноль два, ноль три. Мне нравятся эти щиты. Щита. Отступайте, дебилы. 7.2, ну-ка. Нет, я признаю, это легитимно. Там, это тоже легитимно. 40 ты... Я не буду участвовать. Это БДСМ, это фистинг, это... Я пытаюсь найти более неприличные слова, чтобы более четко передать палитру эмоций. Это пиздец просто. Я не буду воевать, Пруссия, ты победила, хорошо. С тобой невозможно воевать, ты скотина. Это легитимно, да, я признаю твое право на победу. Это честно. Это бесполезно. Это просто тупо и бесполезно. Это бред. This is bread. Very stupid bread. Я не буду с вами воевать. Даже не просить. Они этого хотят, но мы им этого не дадим. Уроды, блядь. Давайте, рискните здоровье. Я просто в шоке. Я не буду. Я мог бы победить, но я не буду это делать. Просто из-за того, что... Пусть они наказаны. СГС теперь наказан, потому что он не будет нас кормить. Молодец, СГС, ты скотина. Вообще-то, наверное, это добивался. Нет. Это выглядит очень глупо, стоп. Стоп, я сказал. А, мы бесчестная тварь. Нет, война за освобождение региона. Нет, это, конечно, соблазнительно. Я поучаствовал, но мне бесчестие накинули. То есть... Нет, если он сейчас он так вот пойдет на нас войной и порвет свой бэк... А, он, кстати, порвет свой... Это я буду приветствовать. Наверное, так не будет. Как раз у нас же повод оправдан, то есть мы его можем добавить без штрафа.
Да, это я буду приветствовать, но этого не будет. А если будет, я рад. В таком случае я повоюю. Наверное, просто чёрки. Да блин, ты что, правда за мной воевать не будешь? Ну ладно, ну давай повоюем, ну я не против. Просто, когда ВБ это минус одна проблема. Плюс я смогу, возможно, заключить союз с ВБ и втянуть её в эту войну. Ну и буду ва-ва-ва-ва-ва-ва. Я надеюсь, что вот эти товарищи сейчас тоже отделятся. Сербы. Ну да, есть вероятность. Я просто в шоке. Фига французы тут. Да, французы тут до хренища, смотрю. Понаехали. Эхали, эхали. А чего тут за... А чего тут забыли? 67 тысяч. Чуваки, ну вот хотя бы их раздолбить, нет. Ну ладно. Мешаться немедленно. О-хо-хо-хо-хо. Я это приветствую, но у них не получится. К сожалению. Косово засорбит, да. К нам, чуваки, мы самые лучшие протекторы. А вот два. Нет, Турция. Сербия, Сербия. Панславизм и все такое. Вы что, белины объелись? Я не буду, я протестую, я заявляю протест, ваша челюсть. У нас есть непровержимые улитки, что Сербия это исконно польская территория. Именем закона отдайте ее нам. Нет, ты пошутил. Не отдадите, вы не будете ее гарантировать. Офигеть. Офигеть. Пусть лучше уж французы тогда. Но не вот эти вот скоты напыщенные. А я когда-то, помню, дрочился так несколько часов. Часа три или четыре, я не помню. Очень долго. Нет, ты не будешь гарантировать Сербию. Ладно, ладно, убедили. Я просто не хочу дрочиться, а из сферы их мы убим очень быстро. Привет, Османус, чё как? Кстати, все эти последние события надо забрать у них тогда Косово, то самое. И будет перемычка. Потом это будет красиво, и это будет вообще эстетично. Вот это еще сразу будет вообще офигенно. Ой, Сербия. Со старой что случилось? Германия что-то... Что-то... Германия что-то мутит по мне так, но это не точно. Есть некоторые основания полагать, что она полагает. Обоссалит. Обоссалит. Ну, что-то типа. Канада, отделись. По крайней мере, какое место 16-го? Штаты, вы что, настолько слабые, что не можете у России, дохлой, дряхлой России, забрать Штаты? Аляску? Тем более у вас как бы и границы есть. Вы с нами что, не в союзе? В союзе? Ладно. Окей. Третий Олимпийский мир. Да, мы вас игры. Участвуем. Какие могут быть Олимпийские игры без нас? Австрия, я тебя буду пердолить. А что с Великобританией? Догоним. Наверное. Но это не точно. Это не точно. Сильно попе ровно, да, Сербия. Вот тут ты совершенно не права. Я это не признаю. Это нелегитимно, ценигарно. Слушайте, что нам немцы мешают? Немцы одарили.
Я сейчас буду орать, если они заключат союз с Россией. И будем, мы будем второй Германией, в смысле, как Германия, Франция, Россия. Так они с этой, да? Союзник! Союзник! И та сохранка, я знаю. Б. Не, ну тогда я загружу 24-го, чтобы перестрах... Мне опять придется пинговаться, чтобы они заключили союз с ними. Нет, я вас ненавижу. Я их ненавижу. Это Османус. Хотя бы Франция. Ну или хотя бы так. Фух, уже получше. Даже если союз будет, мне надо... Союз не должен быть. Ну, ВБ как бы пода... Да какая разница? Ну, ВБ и так своих сфер очень много. Теперь придется мне каждый месяц чекать, чтобы они ее не засоюзили. Да, давайте купим с Великобританией. За колонию. Не, я бы не отказался. Чё-то эта игра уже становится очень утомительной. Просто я заметил одну корреляцию, что чем сильнее становится игрок, тем сильнее становятся его противники. И это, по-моему, не очень-то логично. Я бы даже сказал, не очень-то уместно. Да-да, спирим. Где можем. Ну да, сожрем их. Чем раньше, тем лучше. Кстати, Османус с них корки снял. Да. Угу. Османус тут, я смотрю, болгары хотят отделиться. Короче, это Османусы все хотят отделиться. Да, Османус в жопе. Почти в каждой пробке восстания. Кстати, если тут черногорцы восстанут. Могут восстать. Да, есть некоторая вероятность. Но это будет здорово. Я с удовольствием посажал Черногорию. Австрия, я тебя буду иметь. Ну, блин, как я устал от всего этого. Это такая дрочь. Это тут постоянно пинговка, задрачивание. Кто-нибудь, пристрелите меня. И врача, врача, позовите врача. Ты чё? Я, правда, закончу партию. Это бесит. Я не вижу никакого выхлопа. Мы просто сидим на попе ровно и хотим получать земли. А нам этого не дают. Нам не дают, Карл. Очень в смысле прозвучало сейчас, ну да ладно. Че, я должен реально каждые 10 дней сохраняться? Я буду сохраняться каждые 10 дней. И это в итоге не поможет, но, тем не менее, я скажу, что моя совесть чиста. Сделал символический жест, я умываю руки у себя над головой, и все. Ну, как бы формально я что-то сделал, сделал. Все. Да, это самая потная партия, которая когда-либо была. За... Я так замотался после по нее. Ну просто за Речь Посполитую. Ну, я уже не хочу играть за Краков. Я не хочу играть за Краков. Зачем за него играю? Ни одна партия меня так не изматывала. Мне просто хочется взять и сделать что-нибудь нелогичное. Например, не знаю. Стоп, там сербов можно засферить. Не засферить, а да-да-да. Радушными сделать. Население Османуса у нас уже сколько? 5460. Ни о чем, то бишь. Я буду каждый месяц так дрочить. Просто план такой, сейчас надо отдрочиться до исключения сферы. Дальше будет проще. Дальше они союз заключать тупо не будут. Потому что желание заключить союз со сферой очень сильно возрастает. Я чаем чуть не поперкнулся. Нельзя так делать. У вас не было союза на момент этой сохранки. Ну это просто бесит.
Вот же уроды, мы только загружаемся, и они подписывают союз. Это ненормально. Это вообще против правил, если что-то пошло. Я буду жаловаться. Я буду протестовать. А почему я за Персию? Стоп, почему я за Персию оказался? Не за Персию. А, ну, наверное, случайно дернул кнопку. Ну, кстати, тут по счету, видите, у Речи Посполитой 3700 очков было. Сейчас мы зайдем за себя, у нас будет 3200. Мне нравится этот чит игры. Да я вас ненавижу. Я их ненавижу. Они уроды, они придурки. Походу, 19 числа они послали заключить мир, 20 отвечают. Но будем дрочить. Будем дрочить. Содрали. Может реально закончить эту партию? Ну не, это как-то против правил. Мы должны доиграть до конца. Еще целых 32 кода. Ёб твою мать. Это ж одна треть игры еще. Ой, ёб твою мать. Ну для меня обычно... Ё-моё. А, ну да, да, это не та сохранка. Если обратите, 3200, а там было 3800. То есть и подсуч живой ед, не в нашу пользу. То есть если бы это были успехи, и он бы их превознес бы еще больше. Это так несправедливо. Мне хочется сломать ему нос за это. Но я не могу. Я хочу, но я не могу. Я буду сохраняться каждые 5 дней тогда. 5 дней не прошло. Я буду сохраняться тогда каждые 2 дня. Неэффективно. Ну, давайте, наверное, еще чуть-чуть подрочимся, чтобы так сделать вид, что мы, типа, очень сильно озабочены Сербией и все в этом роде. А потом просто сдадимся, да? Давайте так, это будет более такая рациональная позиция. Которая ни к чему не приведет, но, тем не менее, можно сказать, что мы пытались. Фух. Почему они не к нам прибежали плакаться? Угу, 21. Засферить. Ну, лучше после отношения. Отлично. Османус-то дохлый. Ну да, ну да. Фессалю-то не отдал. Нет. Аттика. Пелопоннес. Ладно. Show must go on. Это называется жизнь в постоянном страхе. Каждый день проверять, а не уроды. Конченые уроды. Это бесит. Уже на момент этого заключили, да? Да? Уроды. Зачем Сербия сдалась? Просто на кой лет она вам нужна? Тем более она даже выхода к морю не имеет. Чисто из вредности. Вот можешь подумать, эти 11 очков промки вот вам реально так помогут. Все, последний раз это делаю. Я говорю, что меня это задолбало. Поняли, ВБ? Заключайте сейчас союз. Чтобы я сказал, что меня это задолбало. И вы победили. Я буду так счастлив. Что мне постоянно не придется дрочиться вот так вот. Но воевать я с ними все равно потом буду. Ура! Мы победили! Вы заслужили это право на союз. Поздравляю. Съешьте свои... Ладно, спокойствие. Я хочу плакать. Хнык-хнык. 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 Наши войска по границе оставить. А, блин, это уже правда издевательство. Ладно, мне это нравится. Я буду делать вид, что мне это... Я буду делать вид, что я делаю вид, что я не делаю вид, что я делаю вид. Да, вроде не попутал ничего. Туда не отстанут.
Оставим войска перед началом войны. Давайте, попробуйте. Рискните здоровьем. Суки. А, кстати, можно загрузить сейчас ту сохранку, они попробуют к нам обратиться. Ну, один раз чисто из разряда, а вдруг? Но, конечно же, этого не будет, но... А друг оказался друг, не враг, а так пустяк, бла-бла-бла-бла-бла. Это была вроде сохранка, вроде как да. Нет. Ну, я попытался. Ну, давайте ждать. Мы ждем перемен. Та-тан-тра-ра-ран. Та-тан-тан-тра-ра-ран. Это игра боль. Я не шучу. Даже не пытаюсь шутить. По-моему, это реально какое-то насилие. Каждая партия это как мучение. Я просто хочу быстрее закончить. Это уже правда, это долбоебизм. Ну, честное слово. Может, они думают, что мы начали отступать, поэтому мы это... Да, но ничто не заставит меня попрать священный принцип антибесчестия. Так что тут они... У них не получится ничего. Да вообще, границы соблюдайте. Не-не-не-не, вы не понимаете. Так, Австрия, закрывай рот, садись со стопкой пива и слушай меня сюда. Короче, вначале были динозавры, потом они вымерли, и пришли арабы, и скупили всю нефть и начали ездить на Роллс-Ройсах. А, я не про это, да? Короче, не делай этого, Австрия. Потому что принцип... Наступательство подразумевает, что нельзя наступать на противника слишком сильно. Потому что если он готов пойти на определенные уступки, это не значит, что он... Даже если бы он пошел бы на очень жесткие уступки, то он на них не пойдет, если его загнать в угол. Поэтому, сука, тупая, рот закрой и сиди, не раскрывай. Надеюсь, все друг друга поняли. Ну, блин, она тупая. Я просто устал. Эта партия насилует мой мозг. Просто чувствую, как меня изнутри. Ах, ладно, не буду шутить так. Это правда дебилизм. Кстати, а чего вы их не сожжете, греки? Кстати, греки, а чего вы... А, вы вообще дуй. Сербия. Афган, вы и сами справитесь. Молдова не помогает, я вообще ору с этого. А у валашцев армии нет? Нет. Ну это хорошо. Может быть, восстание произойдет. Ну это маловероятно. Такой стабильный парламент, такие незначительные изменения. Пам-пам-пам. Третий путь. В Канаде война во имя мира. А, что война во имя мира еще не была открыта? Я хочу посмотреть. Нахрена ты мне? Ну как, подсветка? Ну давай. Чего бы и нет. У нас партия появилась. Нет еще. Сейчас месяц пройдет. Должна появиться. Да, появилась. Национальный радикальный лагерь. Шовка. Ну, прикольно. Папам, папам, папам. Я сейчас даже знаю, где они придут к власти. Где они тоже придут. Да в Германии по-любому. Русские реакционеры, серьезно. Ну, я как бы не хочу вам ни на что намекать, но они и так максимально реакционные, абсолютно монархия. Куда еще не реакционнее? В цивилизованное государство прийти? Кстати, можно было поприкалываться так. Но тут такое есть.
очень гнусно. Пресса. Сюрреализм. Антиреализм. Там он рассет. Они еще нас заморозили? Вы что, серьезно? Пипец, наглость. Нет, Австрия. И сейчас будет весело, если с Австрией заключит союз немцы. Кстати, давайте сейчас отпинаем Австрию. Наверное, на сегодня и закончим. Наверное. А что нам еще нужно для счастья? Да ничего, наверное. Да, наверное, да. А что вы с нами отношения ухудшаете, вы что, дебилы? Это же нам... А, мы не улучшали с ними. Австрия, Австрия, Австрия. На Сербию. А мы успеем к этому времени. Боюсь, что нет. Вот алжирскую угрозу надо бы убрать. А, еще перемирие. Тогда я ни с кем не буду воевать. Я не хочу воевать. Я не хочу воевать. Давайте заплетем цветочки себе волосы. Ладно, в жопу все это. Словения. Да ну да, депровки 61 очко. Вы головой думаете, что говорить? Нет, они не думают. Ладно, все равно. Я просто в шоке. Насколько упоротыми могут быть их слова, и действия, и поступки. Ну, для начала как-нибудь... Так, что ли? Из-за них, конечно же, все двигаются. Но это меня не волнует. Так, сюда не зашли. Специально растопчить его. И самое прикольное топ, что он у нас, а не моего. Есть у тебя одна сторона, которую мы можем спокойно отпинать. И почему такое происходит с нами? Мы ж поляки. Великие могучие поляки. А это ссаная Австрия, от которой ничего не осталось. Меня это больше всего коребит. Угу. Да, да, да. Все, мир подписываем. 15 очков. У чуваков явно проблемы с самомнением. Они возомнили себя героями. Русские коммунисты? А-а-а, красная угроза. Привет, Россия, я тут хочу повоевать с тобой, остановим красную угрозу. Ну, короче, Россия пошла по пи... Ну, куда-то пошла там. Красная угроза. 1905 год, ну, кстати. Ладно. А чё жать-то будем? Не знаю. Эстетизм. Ну, Тамбов можно сажать. Можно. А можно сажать Казань. Кстати, почти до гор дошли.
Ну, хз. А можем тверь сажать. Ну, давайте, наверное, тверь. Все, подписываем мне. 21 очко. Да мы вашу страну сажали. Чем вы думаете? Головой? Стойте. Ну это ладно, это меня не смущает. С этим разберемся. Ну конечно, в России затащили. Давайте еще и в Польшу затащим. Уроды. Ну, Краков безопасность должен быть. Гуляйте, подавляйте. Короче, взлет и величие нашей империи. И мы типа победили. Мы типа победили, я говорю. Ну как с ним можно воевать? Никак. Вот именно. Никак, они упоротые. Корея, на кой она сдалась? Мы собак есть не хотим. Какая себе. Да ладно, неужели? Блин. Это не шутка. 710. Да. Согласись, как-то поэстетичнее уже выглядит. Австрия такая пляшка. Еще вот это забрать будет историческая Австрия. Ну, текущая имя до Австрия. Столько заводов. Так, мы получили с вами Словению. Населением в 93560. Тысяч провинция. Любляна 166530, 0263 хлопка и Марибор 127020, 2546 дерева. А еще тут куча восстаний у нас. Ну это как бонус. Вообще развлекайтесь с вас с повстанцами. Пипец их тут. Колумбия. Хм, все-таки они смогли это сделать. Так, сейчас. Пару штришков, то эти восстания задрачивают. Ну, вы меня понимаете, о чем я. Красная угроза. Есть, конечно, ситуация в том, что они сами не успокоятся. Угу. Пипец. Русские реакционеры. Самое прикольное, что они сейчас установят президентскую диктатуру. Ну да, если победят. Реакция, да. Весело. По стране. Советские США. Совет угроза. Да уж. Страна в жопе. Ну, один факт победы коммунизма, это уже. Это самое. Ну ладно, с восстанием мы разберемся в следующей части. Давайте сегодня закончим. Что мы сегодня делали вообще? Первое, мы у России забрали Москву. Второе, мы забрали у Австрии Словению. Третье, увидели независимую Сербию. И Советский Союз, однако. РСФСР, так называемая. В общем, давайте сойдемся на том, что итоги сегодня следующие. Игра просто уже начинает, ну, чисто... Мы отказались от белоца... А, но они не получали претензии на него.
Садимся на том, что мы сегодня с вами очень сильно поработали, мы с вами молодцы, но работы еще тут нам очень много предстоит сделать. Успехов. Ну да, на связи был Ковацкий, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео, с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока.